Магазин СКК СЮ, представляем видеорегистратор, обновленную версию 10-дюймового изображения. Видеорегистратор на андроиде 10 дюймов, это в виде зеркала заднего вида. Модель называется A930 4G с функцией ADAS. Быстренько, очень быстренько, как просят многие подписчики по комплектации, она абсолютно стандартная. Камера, но обратите внимание, в этой модели камера уже подороже. Здесь задняя камера не 2 мегапикселя, а 5 мегапикселей. И она специально подходит и работает только с этим устройством и подобными. Инструкция есть на английском языке и в картинках. В принципе, все понятно и просто. Зарядка 5 вольт, 3 ампера. Помните, что использовать эту зарядку нужно всегда при использовании данного устройства. Желательно не использовать что-то левое. И камера GPS для того, чтобы работала GPS-навигация. Давайте посмотрим на саму модель. Как и все модели A910, 920, 930, она одинаковая. По дизайну абсолютно ничем не отличается. Сверху у нас разъемчики под карту памяти, под симку 4G, GPS разъем и AVIN. Подключение под верх. Сама камера двигается. Здесь тоже камера непростая. Здесь камера более высокого качества. Сейчас это стоит камера Sony. Но есть модель A931, где стоит камера вообще крутая. Ну, там и цена сразу выше. Так, включим. Новая прошивка, которая, кстати, теперь ставится и на аппараты E31 Pro. Скоро выйдет аппарат E28 Pro, где будет стоять новая прошивка. Больше ничего не меняется, только сама прошивка. Она более интересная, стабильная, понятная. И в этом есть изменения. Само зеркало небольшого размера, за счет того, что камеру можно двигать, можно ставить его на любую накладку, либо вместо накладки. Итак, сейчас попробуем сделать подсветку поярче, чтобы вам было видно. Вот, что мы имеем здесь сейчас? Навигация. Навигацию всегда ставим по тот регион, куда надо. Есть видеорегистратор, работает по стандартному принципу, ничего нового. Управление север-юг, ну, кому это нужно в данный момент, что-то не активно. Bluetooth соединение, плеер, Wi-Fi, FM передатчик. Из установленных приложений есть плеера некоторые, но это все вы можете менять, так как присутствует Play Market. В принципе, ничего нового в этом плане не изменилось. Просто прошивка стала более интересной. Как видите, изображение это у нас может заливаться как полностью, так и частично. Но именно изображение какой-нибудь программы, оно идет в данном случае полностью. Вот, например, выберем приложение, допустим, YouTube, требует обновления. Вот на 10 дюймов идет заливка. Нужен интернет и обновление. Вот, вот такой вот аппарат, представленный компанией Janson. Нового поколения зеркал.